Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Итак, тема сегодняшнего нашего видеозанятия – это специальные вопросы. Тема очень серьезная, грамматическая, потому что, дорогие друзья, специальные вопросы – это одни из самых серьезных вопросов. Что в этих вопросах важно услышать? Нам нужно с вами услышать. Он у вас спрашивает, какое первое слово? When, what, why? Where, и в зависимости от того, какое первое слово идет, в зависимости от этого, естественно, мы понимаем вопрос. Итак, дорогие друзья, меня зовут Инна, я здесь на канале для того, чтобы вы прошли интервью с первого раза. Давайте разбираться в специальных вопросах. Дорогие друзья, давайте с вами посмотрим сейчас на табличку и посмотрим на первое слово. When, повторяйте вместе со мной, when. Слово when – это когда. Когда вы слышите слово when, вы должны понимать, что это дата. У вас офицер спрашивает дату. Когда, ребята, вы слышите слово why – почему, вы должны понимать, что офицер просит объяснения. Why? Why did you do this? Почему вы это делали? Why? Почему? Когда вы, ребята, слышите слово where, повторяйте вместе со мной – where – это значит где. Когда вы слышите слово where, вы должны понимать, что офицер спрашивает места. И нам с вами нужно выяснить, в каком, нужно объяснить ему, в каком месте было то, о чем он спрашивает. Нужно сказать об этой локации. Когда, ребята, вы слышите слово what – что, он спрашивает что, что произошло, что случилось, что вы делали и так далее. Теперь давайте посмотрим на следующее слово, которое стоит после специального слова did. Если вы слышите слово did, when did, why did, where did, what did, вы сразу должны понимать, что то, что спрашивает офицер, относится к прошлому. Итак, давайте посмотрим, например, when did you become a lawful permanent resident? When, когда? Did you become, когда вы стали законным постоянным резидентом в Соединенных Штатах Америки? When did you become a lawful permanent resident? И нам нужно ответить. Чтобы нам ответить, нам нужно говорить дату. Но сказать просто дату нельзя, потому что он поймет, что вы только даты-то и знаете. А вы должны еще ребята, попробовать сказать целое предложение. Я стала законным постоянным резидентом и назвать дату. Давайте попробуем вместе. I became, я стала. I became a lawful permanent resident. Он. И дальше, ребята, называйте дату, которая у вас на грин-карте. Давайте вместе со мной, потом я замолчу, вы скажете свою дату. Итак, when did you become a lawful permanent resident in the United States? I became a lawful permanent resident on. Молодцы, друзья. Идем дальше. What countries did you travel to? Смотрите, what, что. Но в данном случае это переводится как в какие страны вы путешествовали. Откуда мы знаем, что это прошедшее время? Did. What did. Да? What countries did you travel to? А в какие страны вы путешествовали? А вы должны сейчас сказать, я путешествовала в... и перечислить свои страны. Давайте вместе попробуем. Повторяйте вместе со мной. I traveled to. И говорим свои страны. Итак, еще раз. What countries did you travel to? Вместе со мной. I traveled to. Молодцы, друзья. Итак, смотрите, что мы видим. When – это когда. Why – почему. Where – это где. What – это что? Когда офицер присоединяет нам слово did, мы понимаем, что специальный вопрос имеет отношение к какому времени. Смотрим на желтенький квадратик, к прошедшему времени. Идем дальше. Where did you work before? А где вы работали до этого? Where, где?
От нас просят места работы, название компании. Итак, where did you work before? Вместе со мной отвечаем. I worked at. Мы называем место, где мы с вами работали. Потом же нам надо сказать с и до, да? С такого-то числа по такое-то число. Или с такого-то числа до такого-то числа. Итак, он у вас спрашивает, а где вы вообще раньше работали? Where did you work before? А мы с вами отвечаем. I worked at. From. Месяц, день, год. To. Месяц, день, год. Запишите, возьмите сейчас, ребята, себе тетрадочки. Запишите все свои компании, где вы работали до своего настоящего места работы. И, пожалуйста, скажите это офицеру. Where did you work before? I worked at. From. To. Молодцы, друзья. Идем дальше. When did you leave the United States of America? А когда вы уехали из Соединенных Штатов Америки? Например, вы путешествовали, и офицер в этом путешествии спрашивает, а когда же вы выехали? И он будет говорить when, когда. When did you leave the United States of America? Ребята, слово leave – это покидать, уезжать. Слово live – это жить. Слова пишут, по-разному пишутся. Иногда вам кажется, что они звучат одинаково. Хотя нет, там кратко звучит live, а здесь длинно leave. When did you leave in the United States? И вы должны сказать, я уехала, да? I left. Что мы left? Соединенные Штаты. I left the United States. И мы с вами называем месяц, день, год. Итак, еще раз вместе со мной. I left the United States on. И свою дату. When did you leave? Слушайте внимательно. When did you leave the United States? I left the United States on. Не идите на интервью на гражданство США, пока вы не посмотрите это видео. Главная ошибка, которую допускают люди при подготовке к интервью на гражданство США, это зубрение 100 гражданских вопросов. Но это только одна из четырех частей интервью на гражданство. Если вы не готовы ко всем вопросам иммиграционного офицера, это может привести к провалу интервью на гражданство США. Особенно, если у вас слабый английский. 90% людей, которые проваливают интервью, не знают, как правильно отвечать на вопросы по форме N-400, Application for Naturalization, какие вопросы ожидать на интервью на гражданство, и главные ошибки, которые люди делают при подаче документов и подготовке к интервью на гражданство, мы обсудим в этот четверг на нашем бесплатном мастер-классе «Три шага гражданства США». Жмите, пожалуйста, на кнопку под этим видео, чтобы получить приглашение на прямой эфир в этот четверг. Меня зовут Инна, я доктор филологических наук, профессор, и уже 9 лет готовлю студентов к прохождению интервью на гражданство США. И после того, как наша школа сделала более 5000 людей гражданами, я хочу поделиться с вами системой подготовки от подачи документов до подготовки к интервью на гражданство. Жмите, пожалуйста, на кнопку под этим видео, чтобы получить приглашение на наш бесплатный мастер-класс в этот четверг. Я жду вас на мастер-классе. Смотрите, из моего опыта большого, я знаю, что вот это самое сложное. Почему? Потому что вот это was, were, почти никогда не слышат и пропускают, и не понимают, что вообще ты спрашиваешь у этого человека. Вот смотрите, was, were – это прошедшее время. Посмотрите наше первое видео по грамматике, вот 3 видео назад, где мы с вами об этом говорили. Смотрите, was – единственное число, were – множественное число. Офицер может у вас спросить, where were you born? А где же вы родились? Вам нужно будет сказать свою страну и город, где вы родились. Смотрите, where were you born? И мы с вами отвечаем, I was born. Никаких, ребята, других произношений быть не может, никаких burn не может быть, потому что burn – это сжечь, сгореть. Where were you born? I was born. И называем место, где вы родились. I was born
и город, и страна, в которой вы рождались. Да? Итак, еще раз. Where were you born? I was born. И назвали. Если вы слышите, почему вы были вовлечены во что-то, или почему вы были в это время в Соединенных Штатах, или почему еще что-то происходило, это было место, почему вы были инженером, да, или почему вы были этим работником. Was, were, это to be, быть в прошедшем времени. То есть, когда вы слышите why, were, вы должны понимать, почему вы были. Это переводится why, were, почему вы были. Why were you involved in the Communist Party? Почему вы были вовлечены в коммунистическую партию? Если вы были членом коммунистической партии, вы должны сказать I was involved in the Communist Party because... И дальше объяснить. Я был вовлечен в коммунистическую партию, потому что... Ребята, этот, конечно же, пример я привожу... единственный, но в анкете таких примеров очень много. Почему вы где-то были? Почему вы кем-то были? Вы услышите why were. Почему вы were услышите? Потому что you, ты, вы всегда будет were. Why were you? Да? И дальше что-то там вы делали, вы, где-то вы были, где-то вы находились. Слушайте внимательно. Was, were – это прошедшее время, обозначает это был где-то, являлся кем-то, находился кем-то. Как только вы понимаете, что у вас спрашивают, сразу формируйте ответ. Смотрите. What was your prior spouse's date of birth? А какой был день рождения у вас бывшего, у вашего супруга? What was your prior spouse's date of birth? И вы должны уметь сказать, что у вашего супруга, если, слава богу, он живой, вот, хоть он и бывший, у него тогда-то день рождения. My prior spouse's date of birth is. И вы называете дату рождения вашего бывшего супруга. Да, ребята, посмотрите. Was, were, прошедшее время, обозначает был кем-то, являлся кем-то или находился где-то. Дорогие друзья, специальные вопросы – это очень важные вопросы. Еще раз, что же нужно нам знать? Первое слово – when – когда, why – почему, where – где, what – что. Если после этого следует слово вспомогательное – did – это вспомогательный глагол, прошедшее время – это действие, что-то происходило. Если, ребята, после этих слов идет слово was или were, это тоже прошедшее время, но переводится это был кем-то, являлся кем-то или находился где-то. Почему вот, например, ты в этом году находился в таком-то городе? Why were you in 2012 in this city. Почему был в 2012 году в этом городе? Вы должны понимать, что это значит. Дорогие друзья, конечно же, посмотрите это видео еще раз, пропишите себе ответы на вот такие специальные вопросы. А я, безусловно, вас приглашаю, если у вас уже скоро интервью, придите ко мне хотя бы один разок, мы с вами прогоним первое интервью, и вы уже будете лучше готовы к интервью к иммиграционному офицеру. Если вам надо готовиться к интервью, добро пожаловать в нашу школу, где я веду занятия и готовлю ребят к интервью на гражданство. Если вам еще рано на интервью на гражданство, приходите, мы вместе будем учить английский язык. Потому что каждый день я веду занятия по английскому языку с нулевого до продвинутого уровня. Дорогие друзья, я вам желаю всем удачи при прохождении интервью на гражданство. Желаю, конечно, получить паспорт. Всего вам самого доброго. Лайкните видео, если оно вам полезно. Я буду очень благодарна. От всей души, до свидания. Внимание, держатели грин-карты, которые хотят стать гражданами США. Вы уже начали готовиться к интервью на гражданство, но переживаете, что языковой барьер встанет на вашем пути? Не знаете, как подготовиться ко всем четырем частям интервью? Особенно к вопросам офицера по форме N-400? Приглашаем вас подготовиться к интервью
и стать гражданами США с помощью нашей школы. Вас ждет эксклюзивная группа с еженедельными живыми занятиями в интернете. Вы будете знать самую актуальную информацию о том, как проходит интервью от наших студентов, которые каждую неделю сдают на гражданство во всех штатах и делятся своим опытом вместо устаревшей информации, видео и советов в интернете. Мы подготовим вас к английскому в рамках того, что нужно на интервью, даже если сейчас вы на нуле. И мы подготовим вас ко всем четырем частям интервью на гражданство. Все в одном месте, вместо работы с разными учебниками, преподавателями, видео в интернете и самостоятельной организации своей подготовки и к интервью, и к изучению английского. И самое главное, вы не будете одни. Вас ждет группа единомышленников и опытные преподаватели для моральной поддержки. Мы все идем к одной цели – стать гражданами США. Мы на 100% гарантируем, что мы будем готовить вас до того, как вы пройдете интервью на гражданство и станете гражданином США. Чтобы начать вашу подготовку сегодня, проходите на наш сайт по ссылке под этим видео или звоните на телефон 561-576-8637.